Возраст 24 года. Рост бойца 185 сантиметров. Рекорд ММА 6 побед, 5 поражений и 0 ничей. Мастер спорта по армейскому рукопашному бою. Трехкратный чемпион России по армейскому рукопашному бою. Трехкратный победитель международного турнира ММА Тэшкрэп ФС. И победитель международного турнира ММА Fight Nights. Георгий Рызалькичимин! Синевый лук казахстанский боец команды Алаш Прайд. Возраст бойца 31 год. Рост 175 сантиметров. Рекорд ММА 6 побед. Одно поражение, 0 ничей. А здесь является четырехкратным чемпионом международных турниров ММА Бучино ФС. Двукратный чемпион международного турнира по ММА Алаш Прайд ФС. Азиз Салахаддин Амуев! Все команды, стоп, не работаем. Сетку не держим. Локтями не работаем. Колени в голову только стойте. Все знаете. Пожали руки еще раз. Удачи. Обоим по углам. Алтыншы жоп Георгий Кичигин мен Азиз Амуевтің арасында. Азиз Амуев Алматы қаласы Алаш Прайд командасының өкілі. Және оның қарсыласы Георгий Кичигин. Россия. Ресейлік Пятигорск қаласының Five Fighters Козак командасының өкілі. Қазір көріп отырмыз. Спортшылар. Алғашқы соққыларын жасауда. Бұған дейін 5-ші жұптағы Алтынбек Атаман Бақтыгелдиев өкінішке орай Артем Шокалудан ұтылып қалған болатын. Қазір көріп отырғанымыздай Азиз Амуев қабырғаға шапсып Георгий Кичигин өзінің қарсыласын жерлесімізді Азиз Амуевті құлатып қандайда бір әрекет жасауға тырысуда. Көрейік не болар екен. Дізесін кеудесіне қойып алып мінекі шойқын соққыларын жіберуде не істер екен Азиз Амуев жерлесіміз енді тұрды. Мүмкін қасында болсақ тұрғызуға көмектесер медік, қолшын берер медік. Қазір көріп отырмыз. Өкінішке орай соққылар, жойқын соққылар алуда. Азиз қандай да бір әрекет жаса деп осы эфирда айтуға тырысамыз енді. Дегенмен де Азиз сан жоқ. Мына соққыларға ресейлік Георгий Кичигин Азиздің үстіне шығып алған. Азиздің тұруға мұршасы жетпей атыр. Күреш тоқтатты. Азиздің өкінішке орай шамасы біткен секілді. Не істер екен? Күреш тоқтатты. Азиз жерде жатыр. Қасына бапкерлері келді. Азизді орнынан тұрғызып. Төреші жекпе жекті тоқтатуға мәжбүр болды. Өкінішке орай Азиз бұл жекпе жекті қарсыласы ресейлік Георгий Кичигинге беріп қойды. Кичигин спорттық сайыстарға сәйкес делайте ставки на спорт в Олимпе. Лучшие коэффициенты на одиночные ставки и экспрессы. Десятки и сотни матчей ежедневно. Прием ставок до и во время игр на все виды спорта. Пришла пора выигрывать. Букмекерская контора Олимп. На вершине победы. Артистеры, Курбухурдастары келіп, құттықтауда. Да, действительно,
Григорий Гичигин показал свой уровень как настоящего бойца. Действительно, он подошел, извинился, и сейчас он говорит какую-то очень важную речь. Давайте его послушаем. Моему родственнику, дядю Расулу. Дядя Расул, спасибо за все то, что вы для меня делали, за все добро. Спасибо, мама. Я тебя люблю. Обнял он свою маму. Действительно, спасибо. Она за него переживает, спасибо. Болеет. В этот раз она не стала исполнять спасибо. Свой традиционный танец. Но, тем не менее, Григорий смог добиться этой победы. Мы поздравляем его с этой викторией. Действительно, заслуженно и очень... достойно повел он себя, очень уважительно относится к своему сопернику. Что ж, друзья, мы сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу и вернемся к вам через несколько мгновений.